я говорю. Интервью с участниками Олимпиады студентов «Я профессионал», где мы разговариваем на серьезные и не очень темы. Где ты работаешь? Я работаю в ГБУ «Мосттранспроект». Мы улучшаем наземный общественный транспорт города Москвы. Первые рабочие недели были очень необычными, потому что мы как раз попали вот под карантин, и набирали нас на карантине, оформляли нас на карантине, и работать мы начинали на карантине. И все было так странно. Но безумно интересно, мне очень нравится работа. Значит, ты начал работать в онлайне? Да, работа в первое время была построена чисто на онлайн, и получали задания в онлайне, делали все в онлайне. Ну и, в принципе, сейчас эта ситуация частично сохраняется, потому что такая ситуация с коронавирусом непонятная. Тебе больше нравится онлайн или офлайн? Я за разумное сочетание того и другого, потому что сидеть дома — это не выход, а сидеть в офисе тоже там с раннего утра до поздней ночи, когда что-то можно сделать не из офиса, тоже в этом это не очень продуктивно. А такое разумное соотношение, мне кажется, 50 на 50, 60 на 40, не знаю даже. Что помогает тебе отвлечься? Гуляю, выхожу в город, иду на первую попавшуюся улицу или на первую попавшуюся там маршрут автобуса, сажусь и еду куда-нибудь далеко в незнакомое место или в знакомое, но в то, которое я был очень давно. Как-то отвлекаюсь. Что ты смотришь на YouTube? В последнее время я очень подсел на советские научно-популярные фильмы там, про работу атомных электростанций, про там, строение вещества. Я включаю его фоном и занимаюсь домашними делами. Оно на заднем фоне работает и просвещает одновременно. На кого учился? Да. У меня по первому образованию, по бакалаврскому, я учитель географии французского языка. Да. А магистр геобрендинг. Мне, знаете, у меня всегда первый вопрос, как это география французский, а второй вопрос, а что такое геобрендинг? Вот, значит, отвечаю, геобрендинг — это продвижение каких-либо территорий, ну, фактически это брендинг территорий, то есть как привлечь людей в какой-нибудь город, там, в какое-нибудь место, потому что сейчас города тоже конкурируют за людей, как за ресурс, и их нужно правильно прорекламировать. Скажи что-нибудь на французском. Je m'appelle Alec, j'ai 24 ans, j'aime beaucoup l'Olympiade, je suis professionnel.